Сегодня начинается инструкторский сбор, ночные сборы, сейчас священный месяц Рамадан, в течение до конца этого месяца мы будем тренироваться в ночью со всеми инструкторскими составами. Будущие инструктора, они тоже должны пройти этот экзамен, зачет. Во время этих сборов каждый, кто уже их прошел, понимает, насколько сильно повышается уровень подготовки. Эти занятия даются нам не так часто, и не так часто у нас есть время, чтобы всем собраться и пройти именно такие занятия, такую подготовку. Ну и на этих сборах, соответственно, в условиях ограниченной видимости, мы отработаем те вопросы, которые связаны с применением индивидуальных фонарей, подствольных фонарей, приборов ночного видения, всего оборудования, необходимого для работы в условиях ограниченной видимости. Этот сбор мы проведем для того, чтобы каждый умел пользоваться ночными приборами, тепловизорами. У нас есть много средств для этого. По нашим обращениям глава республики любые наши запросы выполняет очень быстро. Спасибо ему за все. Без его помощи, без его содействия у нас все вот это не получилось бы. Баркалдея, Охотин, Масара, Ахмад Сил, Аллаху Акбар.